2020 году я голосовал за Тихановскую, возил на своем живемобиле людей, из-за чего пришел в упадок наш общественный транспорт в городе Витебске. Также после того, как я выпустил маечки с живемобилем, обанкротился концерн «Беллегпром». Улыбку с лица сотри, весело ему. Сегодня, 15 ноября, при попытке прорыва государственной границы со стороны Польши был задержан известный сторонник перемен. На своем живемобиле он пытался провести средства для свержения режима, а именно дихлофос в виде распыляемого биологического оружия. А также из-за его противоправных действий в 20-21 годах пришли в упадок государственные предприятия общественного транспорта и государственное предприятие «Беллегпром». Почему пересекал границу? Перевозил группы боевых трансвеститов.